Утомилась София уже. Пока Ира с ее мамой пытаются найти еду. Выбрать. Найти легко, выбрать тяжело. Потому что здесь видите, сколько разных брендов, фастфудов, которых, наверное, даже в России и не знают. В России, в Украине. Мы сидим, ждем. Выбрали. Итальянская кухня. Хотя я им рекомендовал именно эту. Здесь бы самая большая очередь. Даже не верится, что Софии родной язык будет все-таки английский. И на русском она будет говорить с акцентом. Девочки им машут ей, и она веселится. Я думаю, на кого она там смотрит?